Во второй половине дня участники слета встречали гостей. Наш земляк, заместитель министра труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Юрий Мельников, не остался в стороне и вместе с семьей посетил слет «Букет ромашек». Он прошелся по улице Петра и Февронии, специально названной в честь праздника. Посмотрел гостевые домики, общался с горожанами, интересовался условиями жизни и дальнейшими планами у участников. Для меня это родной город, и все, что здесь происходит, все, что происходит с городом, это для меня очень важно. И если от меня, то есть как должностного лица, зависит какая-то возможность принести какой-то плюс, то это обязательно будет сделано. Этот праздник появился благодаря муромскому князю Петру и его жене Февронии, которые жили в 13 веке. Эту семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака. Петр и Феврония стали образцами супружеской верности, взаимной любви и семейного счастья. По словам гостей, организаторы этого мероприятия, семья Сафоновых, является своеобразным образом нашего времени Петра и Февронии. Во-первых, это они организовали, спасибо им большое. Я знаю вот Петра, он раньше, у меня сын, как больной, ДЦП у него. Вот он раньше его массаж ему делал, очень нам помогал. Дай бог ему здоровья вообще, молодцы они. Большой плюс, большой-большой им плюс. Ближе к вечеру состоялся концерт, на котором выступали участники слета. Танцы, песни под гитару, стихи сопровождались бурными и теплыми аплодисментами. В конце мероприятия организаторы предложили зрителям написать свои пожелания в план развития города, касаемо создания условий для особой категории горожан. Как оказалось, по словам жителей, главной проблемой являются комплексы для детей с ограниченными возможностями. Нам бы хотелось вообще сделать паралимпийский центр для детей с ограниченными возможностями, чтобы ребенок не замыкался в себе, а развивался, да, развивался больше. Если у него есть способности, ему не сидеть на одном месте, а дальше развиваться и двигаться вперед только. ЖД дорог вообще нет. Переезд, вот колясочки мы не можем вообще выехать с восточного в город. Нету паралимпийского центра, чтобы дети там именно занимались именно активным спортом, потому что нету бобов куда сложить, нету лыж нам куда сложить, у нас нет паралимпийского центра. Завершился слет ужином, который приготовили на костре. За столом семьи делились своими впечатлениями, обсуждали успехи, достижения и строили планы на будущее.